Всем монтажникам межкомнатных дверей привет. Мэджик, раздвижка Мэджик, господа. Ну вот, видите коробочку с фурнитурой, да, и само полотнышко стоит. Ну, пару фотографий так, общего вида, да, и посмотрим немножко на ее данные. Смотрите, стоимость раздвижки 164, 540 и стоимость монтажа 24 600 рублей но не все мои сразу скажу не все мои процент ну а теперь небольшое видео раздвижки которые мне пришлось поставить скажу сразу что двойное зеркало с двух сторон очень тяжелые метр ребята метр шириной на 240 Вес был такой, что поднимали мы ее и все передвижения производили вдвоем, а где-то даже третий подстраховывал. Потому что это коридор, места не очень много. И чтобы ее просто развернуть и крутануть, и то нужно было, кажется, постараться, потому что зеркала не прощает никаких приколов. Так, ну и что? Дверь от компании Union, кстати. Смотрите, алюминиевая кромка по торцам, внизу два ролика, вся нагрузка, естественно, у Magic а производится на пол, поэтому качество исполнения напольного покрытия – это отдельный вопрос. Но это вот со стороны комнаты, где вот мы сейчас закрыли, стоит зеркало, получается, и только небольшая вот ручечка говорит, что это какая-то дверь, и она раздвигается. Вот ручка, доступ доступ не свободен и вот здесь я тоже сделал со стороны когда при открывании ручка всегда на виду я не люблю делать ручки которые уходят за стену потому что это небезопасно можно повредить пальцы ну кронштейн стал хорошо очень приятная дверь но тяжелые доводчики сразу скажу ребята доводчики которые идут в комплекте magic не сработали вес полотна я думаю килограмм под стол может чуть меньше, но э, в паспортных данных на Magic, кстати, нет никаких цифр о характеристиках э, веса полотна. Ну, вот так вот получилось у нас. Но ну, это мой рекорд, это мой рекорд Ха -ха, цены и веса, ребят. Всем удачи и здоровья!